19 января православные христиане отпразднуют крещение Господне. Традиционно верующие, не только они, окунаются в предварительно освященные ледяные проруби – Иордане. Чтобы мероприятие прошло без происшествий, сотрудники МЧС в Мурманске проверили толщину льда на Семеновском озере. Совсем скоро к домику моржей на Семеновском озере в Мурманске потянется очередь желающих окунуться в крещенскую купель. Традиционно приобщиться к таинству и проверить себя на прочность собирается несколько сотен человек. В этом году, чтобы не держать людей на морозе слишком долго, будут использованы две иордании. Одна полынья, которую сделали для себя любители плавания в холодной воде, вторую вырежут рядом. Но сначала проверка замерзшего водоема на прочность. Проводятся контрольные замеры перед проведением ежегодных мероприятий праздника Крещения Господня, купания людей на озере Семеновское, совместно с администрацией города Мурманска, с аварийно-спасательным отрядом города Мурманска. Лед в данный момент безопасен, то есть толщина льда где-то 35-45 сантиметров, не представляет никакой опасности для граждан. Тем не менее, предостерегая спасателей, всем сразу выходить на лед не стоит. Лучше подождать своей очереди на берегу. Несколько лет назад большое скопление граждан вокруг купели привело к тому, что лед начал трескаться. За безопасностью купающихся будут следить сотрудники МЧС, ГИМС, муниципальные спасатели. Однако здоровью лучше позаботиться самим. Полезна такая встряска далеко не каждому организму. Если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то необходимо проконсультироваться с врачом. Либо вообще, значит, не принимать участие в этих мероприятиях. Это первое. Второе. Категорически запрещено употребление спиртных напитков. С собой лучше приносить в термосе чай горячий. И желательно не более 2 минут быть в воде. Погреться и переодеться можно будет в большой палатке рядом с домиком моржей. Там на время крещенских купаний организуют раздевалку, установят печь, осветительные приборы и лавочки. Всего в Мурманской области будут организованы 14 иорданий. В ряде населенных пунктов купания отменили из-за того, что лед на водоемах не достиг нужной толщины. От самостоятельного купания в неподготовленных полыньях спасатели просят воздержаться.